Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня мы в светофоре. Это экономный магазин. Давайте посмотрим, какие здесь товары присутствуют. Что новенького. Это город Димитровград, улица Свирская, 36. Можно купить вот такие самоклеющиеся зеркала. Это целый набор. Соты называется, 10 штучек. 409 рублей 70 копеек. Видите, здесь даже вот образец сделали. Как можно выложить эти пластиночки, и у вас будет такое декоративное украшение на стене. Есть вот такие комоды Light 3. Также можно купить комод Light белый. 2 889 рублей с копейками. 4 выдвижных ящика. Так, ну вот единственное, что вот здесь закрываются эти ящики не очень хорошо. Так, ну это образец. Вот, и также можно купить стулья офисные в 1294. Они крепкие, довольно-таки хорошие. Стремянка 1149 рублей, 3 ступеньки. Максимальная нагрузка 150 килограмм. Санки с мягкой сидушкой комета. Так, вот здесь вот размеры указаны. И цена. Ватрушки 1285, но где-то в городе я видела дешевле. Есть столы кухонные 1677 рублей. Ну, вот они здесь были. И вот на этот столик журнальный есть скидка. 698 рублей 40 копеек. И, кстати, такие журнальные столики круглые. Диаметр 65 сантиметров, ясень. Они были еще и белого цвета. Так, вешалка напольная 986. Есть вот такие стеллажи деревянные, 4 полки. Вот размеры и цена. Такие вот тоненькие. Мне кажется, вот сейчас вот для рассады хорошо подойдет, да? Но вниз как это на стол ставить? Ну, можно что-то придумать. Есть, кстати, вот такие вот сушилки. Напольные 3 яруса 1238 рублей. Цена и размеры. Вот так выглядит. Ну, тут еще табуретки кругленькие. На них цены. Цены я не вижу. Ну, в районе рублей 300. Да, еще есть стеллажи вот такие. 1688 рублей. Вот. Вот так вот выглядит. Да, если прикрепить к стене, поставить рассаду, тоже хорошо будет. И повесить, допустим, какие-то светильники. Вот они, кстати, по-моему, есть даже белого цвета. Масло моторное, Синтек. Ну, вот видите цену. Вот оно. Так вот выглядит. Это 915. И вот такие боксы удобные. Ящики для инструментов, вернее, называются 413 рублей. Светильники. Так, вот эти, кстати, светильники 211 рублей. Я покупала для рассады, и они хорошо подошли. То есть не обязательно именно светильники с розовым цветом. Можно и такие белые. Я смотрела отзывы, так что... Вы решайте, конечно, сами. 140 стоит 5 литров вот такого жидкого мыла. Информация. Айс. Белизна 80 рублей. Однако. Не знаю, айс или не айс. Убивает микробы, бактерии, вирусы. В общем... Очень яркое солнце у нас сегодня. Солнечный морозный день. Так, вот такой чистящий гель для сантехники. 56 рублей 30 копеек. Удаляет налет, написано. Но я частенько беру вот эти средства в светофоре. Гель факс. Фах. Как он правильно? Вот вечно напишут на этом иностранном языке. А нам, русским людям, мучайся. 155 рублей 90 копеек. Вы хвалили, говорили, что хороший. Так, и вот еще есть шампунь Дуро 50
Так, 500 миллилитров. Здесь масло оливы и органы присутствует. 103 рубля 60 копеек. Это вот я не видела еще такой товар в светофоре. Но вот он есть. Хвалили вот этот дезодорант спрей женский. 93 рубля 50 копеек. 200 миллилитров. Вот он есть синего цвета и колпачки, и красные. Кстати, кто-то хвалил. Говорили, что очень хороший. А кому-то не подошло. Раздражает кожу. Но это зависит от вашей кожи. И какие она воспринимает элементы, а какие нет. Шампунь. Минутка 70 рублей. Целый литр. Для всех типов волос. Вот эти вот средства я показывала. Не знаю, кто их берет. Пишите. Средства для мытья полов. 117 рублей. Но я такое средство беру. Фаберлик, он концентрированный. Жидкость для утюгов 93 рубля. Ну, это чтобы накипь там вот не скапливалась. Так, вот есть такой стиральный порошок бани. Бесфосфатный, детский, 207 рублей. Профлайн, 4 килограмма. Тоже кто-то хвалит, кто-то не хвалит. Не знаю, я такой не беру. Детский еще есть порошок Бимбо. Для детского белья 4 килограмма тоже. Вот какие из них лучше, пишите в комментариях. Потому что вот ваши комментарии, они тоже подсказывают и другим покупателям, какой лучше, какой брать, какой не стоит. Потому что все товары, конечно же, я купить не могу. И сделать на них обзор тоже. Это сколько нужно денег. Так что вы должны это понимать тоже. Так, вот. Молочко для тела 39 рублей 90 копеек. Ничего себе. Такая целая бутылка столько стоит дешево. Вот 111 рублей мыло черное для душа, для бани. Я делала на него обзор. Подсказку вам оставлю, где посмотреть этот обзор. Я брала еще другое черное мыло. Сибирское. Вот. И сравнивала, какие здесь ингредиенты добавлены. В общем, вот это мыло очень хорошее, пахнет травами, пенится. Некоторые из этого мыла делали гель для душа. То есть размешивали с водой и пользовались. Даже можно помыть голову. Волосы тоже становятся шелковистые. Вот цена 450 миллилитров. И также есть вот такое жидкое мыло 73 рубля 70 копеек. Есть молочко и мед, а есть... с клубникой, со сливками. Здесь целый литр. Вот информация. Мне, кстати, последний раз написали, что я любительница мыла. То есть у меня везде мыло на первом плане во всех обзорах. Но это жизнь без мыла. Куда? А если семья, оно быстро расходуется. Вот эти прокладки 44,90. Их быстро, кстати, разбирают, и они нормальные. Так, ну и вот салфетки здесь разные. Вот такие красивые, 37 рублей. Здесь 20 штучек. А то я как-то видела в ленте, знаете, уже по 12 штучек такие продают. И ничего себе. Так, вот эти салфетки 111. Они универсальные, из вискозы. Но тоже в хозяйстве все нужно иметь. Так, вот туалетные влажные салфетки, деликатный уход, 100 штучек, 43 рубля 40 копеек. Конечно, хорошо куда-нибудь вот брать с собой. Тоже нужны. Так, вот эти вот салфетки влажные для ухода, они за лежачими больными с депантенолом. Здесь вот такой, ой, вот здесь размер. И вот информация тоже, я их показываю, они... Всегда здесь есть вот эти вот салфетки Аура 220 штучек, влажные, для всей семьи написано 80 рублей 90 копеек. Ну, что-то вы их не хвалили вроде бы. Так, ну и есть так антибактериальные вот эти вот Аура салфетки еще с витамином и шалфеем плюс алоэ. 67 рублей с клапаном здесь. Это удобно. Они антибактериальные. Так, ну вот информацию покажу вам. Есть подгузники 438 рублей. Вот такая цена. Вот они выглядят как
Так. И вот еще по такой цене есть детские трусы, подгузники. Вот информация. Как они выглядят. Ну, кому необходимо, я думаю, вы все это увидите в моем видео. Пеленки впитывающие одноразовые есть. Вот информация. Вот как они выглядят. Да, есть еще вот такие трусики. Хорошо сидят, написано. Подгузники 650 рублей. Да, вот смотрите, видите, развернули матрас. Так, есть матрасы Аскона 900 на 200, скрутки, пружинный блок 3799. Так, эти полотенчики я все показывала, поэтому не буду останавливаться. Есть ковер вот такой вот, смотрите, какой он красивый по цвету. Не знаю, вам это видно или нет, но вот он просто великолепный. Вот информация. 1483. Я не знаю, тут вот еще светлые есть. С принтом. Так, и также пряжа для ручного вязания. 150 грамм, 200 метров, 157 рублей. Так, ну вот. Я ее показывала уже в своих обзорах. Так, вот такой красивый цвет. Очень. Так, ну и нитки, шнур хозяйственный. Вот информация перед вами. Так, и есть вот такие пледы. Так, вот информация есть по 1099 на полутораспальную кровать. И 180 на 200 побольше, что ли, это получается 845 рублей. В общем, здесь надо разбираться. Наверное, 1000 это вот такой вот стоит. А вот это 845. Ну, смотрите, какой красивый цвет. Так. Можете поставить на паузу и посмотреть. Ну, полиэстер, конечно, состав, да? Так, плед за... Так, ну вот такой вот пледик. Мне вот этот цвет понравился, очень красивый такой, благородный. И покрывало тоже. Покрывало 686 рублей, вот такой вот. Ну, полиэстер, да. Одеяло, вот они здесь вот в рулончиках. Вот информация. Так, и также вот эти вот комплекты постельного белья. Люкс написано на полуторку. На полуторку 690, на двухспальная 807 рублей. Вот. Так, но здесь написано полисатин. Да, и вот эти вот есть тоже наволочки, простыни на резинке. Это я тоже все показывала, вся информация есть. Вот здесь написано, можете прочитать. Да, стиральный порошок еще есть, био. Два универсальный. Вот 374 рубля информация. Да, какой-то вот не хвалили, но я вот, по-моему, такой же и брала, да. 9 килограмм, но ничего, так стирать можно. Конечно, если аллергик в доме, то вот у меня сын, допустим, аллергик, я его белье стираю Фаберлик стиральным порошком. Он не пылит, подходит для аллергиков. Белизна есть 52 рубля 60 копеек, 3 литра целых. Средство для посудомоечной машины 49 рублей 90 копеек. Слушайте, на него скидка. Видите? 800 грамм. Так, а вот это что такое интересное? А, угу. Капсула для стирки Стимул. 52 штучки. Тоже скидку сделали. За 594 рубля люди не хотят брать. Поэтому сделали 416. Ну и за 416 мне он не очень-то нравится. 62 рубля. Вот такие бурлящие шарики. У них через пленку даже чувствуется аромат. Вот информация. Так, это гель для мытья посуды. Вот такой вот он большой. Здесь почти...
Больше литра, 74 рубля 40 копеек. Информация. Да, и мыло 73 рубля такое. С оливой. Маслом оливы. Я в прошлый раз брала беленькие, но сейчас вот можно, конечно, взять и такие зелененькие. Но вот единственное, в чем мне неудобно, особенно вот мужу пользоваться этим, оно слишком маленькое. Небольшое. Ну, вот у меня маленькая рука, мне удобно пользоваться таким мылом. У кого большая рука, хочется побольше кусок, да? Так, ну вот есть побольше. Вот такое земляничное мыло. Банное мыло. Так, цена 36 рублей 90 копеек. Мыло вареное. Компания. Так, вот такое средство я брала в прошлый раз. 83 рубля оно стоит. 30 копеек. Санфор. Лимонная свежесть. Ничего, так нормально для туалета. Хорошо подходит. Защита от комаров. Сейчас не актуально, да? Для чистки ванной комнаты. 62 рубля. Такое бантное мыло еще есть. 33 рубля 80 копеек. И салфетки 113 рублей. Вот эти универсальные, вискозные. 150 штук. Тоже удобно пользоваться, но, как говорится, все дорожает. Да, и вот для ванной комнаты, я не сказала, вот они цены. Для духовок 69 и плит. А для ванной комнаты с дыней 500 мл 62,40. Так, хвойное мыло 35. Ну, что-то вы не хвалили. Так, вот это мыло 19 рублей хозяйственное. Запах у него отсюда даже пахнет. Так, ну вот эти вот просили тоже показывать. Я прохожу мимо. Да потому что каждый раз я их показываю. Вот уже 243 рубля кувшин стоит. Сменные блоки можно купить. Две штучки сразу 197 рублей. 59 рублей набор мочалок 10 штук металлических. Вот такие мешки для мусора с завязками. На 45 литров 30 штучек. Так, вот цена. 53,80. Так, ну и вообще тут есть еще другие. Вот эти 49 стоят. Так, а здесь что? Ага, бордоская смесь. Одна, денешенька. Но скоро, да, нужна будет. Уже вот опрыскивать скоро деревья. Да, и тут вот есть, смотрите, вата и лосьон антибактериальный. Так, не падай. Так, цена 31,30. Так, вата 42,10. Так, это 100 рублей, вот эти щетки. Так, а вообще я хотела купить ополаскиватель для посудомоечной машины. Он частенько бывает в светофорах. Если увидите, берите. Им хорошо протирать стекла в ванной комнате. Не дает каплям оставаться. Ватные диски 62 рубля. И вот такие ватные палочки. Аура. 500 штучек 67 рублей. Есть полотенце бумажное 85 рублей ОВА. Так, туалетная бумага 127 рублей. Вот такой рулончик. Так, сколько там входит-то? 8 рулончиков нужно брать. Так, а есть вот такие вот невзрачные. Так, здесь 20 штучек, 175 рублей. Так, а вот ополаскиватель для посудомоечной машины что-то я не попадался. Вот этот отбеливатель вы хвалили. Пятновыводитель, экологический. Чистый продукт написано. Без хлора, с активным кислородом. 77 рублей он стоит 10 копеек. Так, видите, вот такой вот антинекипин. Глубокая очистка для стиральных машин. 28 рублей стоит. Так, ну это хлоросодержащий усилитель какой-то. Успей купить средство для чистки стирки хлорное. 228 рублей. Ну, не знаю, я с хлоркой не стираю. Так, где же это ополаскиватель? Не вижу. Так вот, на это средство есть скидка. Ополаскиватель